Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фисташка, Эрорка и Гортей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Всем привет. Подписчики мне предложили сделать такую рубрику, какой из SCP или аниматроник самый живучий. Сегодня мы стримим с SCP, следующая серия будет с аниматрониками. Ну, конечно, если вы поставите лайкосик и подпишитесь. Мне даже, знаете, ребята, что интересно, какие-нибудь звуки издавать, когда будут гореть. Ой, мужик, стой. Чпонькс. Нифига себе, уже миллион звуков. Так, кто у нас там еще? Короче, будем ставить, может, не всех, по возможности. Давайте еще поставим обычных людей, проверим, сколько люди проживут. Ой. Ой-ой-ой, извините. Извините. Все, удаляй, удаляй. Налил. Ну нафиг, они уже начали на нас агриться. Так, горит, скромник горит. Скромник с ума сходит. Так. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Чуть не забыл пожелать. Так, так, так. Вообще весело. Да, он прикольно как-то ведет себя очень. Дима, смотри, тут очки летают. Тут очки вообще не падают. А, кто-то забыл очки, пацаны, забирайте. Дай их тоже их в огонь. Кину. Так, а что-то никто не... А, кто-то уже сгорел. Прикольно. Кстати, чумной доктор стоит вообще не... SCP-035 сгорел. Вот кто сгорел. Человек сразу первый сгорел, я видел. Заключенный. Что-то недолго горят очень. Ну, конечно же, у них много жизни, я смотрел и читал, короче. Хорошо, пока не горят, идемте дальше издеваться. Давайте, я хочу их закинуть в дробилку. Мне кажется, это будет очень прикольно. Ставь какой-то проб тоже. Оба, все. Ой, он туда провалился, сейчас я поставлю. Мы пока смотрим. Горят, горят. Статуя, наверное, последняя сгорит. Так, а теперь мы сюда поставим. Может, мишку? Я не знаю, может, они все в дырку не попадут? Нет, вот этот, наверное, последний точно не попадет. Ладно, давай, удаляй. Если что, ой, блин, не попадали. Дробит, 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 я вижу. Смотри, смотри, статую. Как оно так сделает? Пацаны, дробилка начинается. Так прикольно же, смотри. Да, я думаю, что их они намного сильнее будут, чем эти. Да, пацаны, миксер из SCP-шек кто-то заказывал. Блин, настроение классное, как всегда. Ого, их дробит. Давайте карту обнули, потому что это будет бесконечно. Ну да. Так. Ну там они, сгорел один, а другие что-то не горели. Так, ребята, сейчас у нас будет давилка. Это у нас пресс. 100 тысяч тонн. Ладно, я шучу, не знаю, сколько там пресс. Ну, много. Давайте этого тоже поставим. Другого совсем. Так, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, выживет кто-то или, не... или умрут все? Давай, скажешь, когда нажимать на кнопочку. А кто там воняет? Так, давай, нажимай. Они уже друг друга мочат. Прощайте. Эй! А чё? Их дамажит. Смотри, смотри, кровяша идет. Ждем, ребята. Кто первый умрет? Не знаю. Кто-то, короче, очень крепкий, головой держит. Но оно давит. Это кровавый понос. 183-й держит, скромник держит. А вот этих вообще не трогает. Они типа, ну, она не доходит до них. Вот эти другие SCP держат. Блин, да что такое долго так умирать? Сколько у него жизней? Да дофига по-любому. Я... Ну, можно даже... Вот, смотри, ходить начал. Куда они уходят? О! Че, все? Не знаю. А если я еще раз нажму кнопку? А, она не нажимается. Она должна опуститься, потому что само поднимется, походу. Ага. 0.96 бьет скульптуру. Да не, то они просто, короче, это танцуют. Пофиг. Хорошо. Давайте дальше. Во, вот это что такое, вот это за кабака? Это игрушка, игрушка, типа, смотри. А ну давай, статуи сможешь задамажить? А ну-ка давай. Что-то она ее не берет. Нет, смотри, она ее дамажит. Видишь, пропадает, типа, она должна. Кто-то умер. 0.96 умер там. 0.96 умер. Полетим, полетим, быстрее посмотрим. На 96-й один умер. Теперь остался... статую дамажит. Мне это вот умер. Это нравится штука, вообще круто. Жмякалка. О, да. По очереди будем ставить. Кого первого? Давайте статую. Ну, 49. Опа! Офигеть, опа. Раздавило. Мощность нет. Опа, вообще, прикольно. Ребята, кому надо блинчик? Димас, а это штука, смотри, которая смотри. Игрушка, она убила. Ой-ой-ой, еще раз, ходите, смотри, эпик. Больно. Давай, давай. Шпок. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, смотри, смотри, смотри.
Вижу. Капец. Димас, помнишь вот эту штуку, короче, которая током бьет? Она да. с МС-3-го убила. Офигеть. Ну, со временем, но убила. Да. Ставим. Так, давайте чумного поставим. Скромника. Давай поближе поставлю. Статую. И давайте еще вот этого скромника. Ай. Маску. Дамажит, я вижу, у них проходит дамаг у всех. Ну да. Давай как на погнали пока на пилочку, вот на пилку эту. О, прикольно, давай. Нажимай. Прощай, мужик. Ого, о, господи. Прикольно, видел его ёрзало туда-сюда? Да. Господи. Нифига себе мы, ребята, вахханали это делаем. Его колбасит. Ого. Господи. Хорошо, да. Давай этого. О, два, знаешь, что мы сделаем? Давай эпик сделаем. Давай. Давай, нажимай. Нажимаю. Все, погнал. Не поднимается, не поднимается. А, я много там наставил. Ой. Пилит, пилит, пилит его, смотри. Ага, ему больно. Опа, распилило. Да. Чего ж ты так орешь, мужик? Не знаю. Пошли в пушку кого-то там из этих всех. Так, давайте еще, знаете, о, давайте просто хочу статую распилить, две штуки. Ой, не статую, это скромник. Шпоникс. Две штуки, погнали. А нажимаем. Пилит, пилит. Эту голову. Эй, статуя, ты что делаешь? Она дентит. Опа, кого-то убило током. Одна упала, решила отдохнуть. А, ее. И вторая. Ну, рано или поздно пилить всех. Да. Так, идемте дальше. Блин, они так громко. Короче, давайте посмотрим, поскольку она вообще дамажит. Может, она по чуть-чуть дамажит. О, это она по одному хп, это мы будем крики эти слушать неделю. Давай, убивай, убирай их, все. Отлично, наконец-то. Так, это у нас комната с повышенной гравитацией, да? Смотрите, да, ребята, здесь, ого, дамаг проходит сразу. Я даже не могу прыгнуть здесь. А ну подлети, а потом отпустись. Нифига себе, как будто я падаю с высоты. Так, самое интересное, что мы хотим вам показать. Ребята, сейчас очень классная штука находится. Я себе не буду показывать, потому что вы не увидите. Давайте показываем. Это уменьшитель. Когда вы на него наступаете, вы становитесь очень... Не просто маленький, очень маленький. Офигеть. А ты не... А что ты не уменьшаешься? Может, только по... А, не, уменьшилась. А что, я не уменьшаюсь? Уменьшился. Нет. О. Кто-то бегает, светящийся тут. А я уменьшаюсь или нет? Нет, ты не уменьшаешься. Я не хочу. Попробуй стать где-то, ну чуть-чуть, встань на плитку, проверим, вдруг это только плитка. Во-во, работает, не может троих одновременно, надо, чтобы по очереди были. О, господи, угольный маленький стал. Иди сюда, я здесь ем. Вот фонарики, как обычно, они маленькие фонарики стали. А у меня, смотри, у меня радужный фонарик, смотри. А, нет, да, такой же самый большой. А я что-то не уменьшаюсь. Ты маленькая, вообще тебя не видно. Вот эта штука какая. А вот это я не знаю, что... А, оно будет втискивать туда, вовнутрь, ну давай проверим. Давай, давай. Так. Прощай, ты был хорошим человеком. Ой-ой-ой, еще одного. Дальше, 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 дальше. А оно дойдет до конца, прощай. Да ладно. Давай, 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 давай. Отлично. Теперь мы, ребята, ставим. Сейчас он назад дойдет. Это мясорубка. Это выдавливалка. О, давайте еще эту статую. Ну все, нажимай. Погнал. Так, это челик сразу умер. Неплохо оно дамажит. Это бутерброд со сцепишками. Кровавый понос идет просто с жопы. Ага, боже, он так орет сильно. Других. Так, идем. Не-не-не, я все-таки думаю, сейчас задамажит. Ну, хочешь посмотреть? А давай я пока прыганю в машинку. Давай. А, убила скромника. Теперь статую дамажит. Статуя держит вроде нормально руками и вообще не берет ее. Все, статуя последняя. Короче, это самое такое потихонечку, но мочит всех. Вот и все. Вау. Погнала, погнала статую сюда. Держись, родная, мы в тебя верим. Давай. Она сейчас ну, ее раздавит. А, нет, через нее прошло. И назад идет. Ага, все, понял. Это у нас центрофуга. Хомячки. О, она дробилку забагала. А, нет. Съела. Раздробила. Нормальная дробилка пойдет, а ты? Давай, 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 дробись. Не больно. Не, кстати, вот это самое мощное из всех тут оружий. А человек вообще, да, на изи сразу улетает. Угу. Куча людей! Они там внизу выпадают? Да, вот смотри. Прикольно. Так, мало мне. Хочу еще. Давайте посмотрим, сколько там можно вообще навалить. Что-то я много наставил сильно, да? Пошел, пошел, пошел.
Трупы исчезают там или нет? Нет, не исчезают. Они тут много-много-много. Так. Давайте вы побросаете. Я хочу посмотреть, как они падают. Давай, сейчас. Найду их. Давай. Неплохо. А вы что же вы остаетесь тут? Во, падают, падают, летят. Никто не заказывал, где? Он меня ж лагает. Гидрос, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.